Сегодня во всем мире отмечают учрежденный 28 лет назад День гражданской обороны. Как вести себя в случае техногенной катастрофы, чрезвычайной ситуации или военных действий? Как спасти жизнь человеку, оказав ему первую доврачебную медицинскую помощь? Обо всем этом сегодня узнавали учащиеся Харцельского профессионального лицея. Ко Всемирному дню гражданской обороны в лицее подготовили специальный ознакомительный урок. Ребята наблюдали и запоминали, как нужно оказывать доврачебную помощь пострадавшим, накладывая повязки на условно раненых, узнали о методах остановки различных кровотечений и практиковали навыки надевания противогаза. Исходя из погодных условий, конечно, мы не очень расширенном варианте это делаем, но во всяком случае проводим, медсестра обучает оказанием первой медицинской помощи, да, это доврачебной, так учим одевать противогазы, элементарные вещи, но тем не менее они их не знают и не видят. Но где еще их они научатся? Сегодня для большинства ребят такой урок наверняка не более чем игра. Однако в экстренной ситуации, когда потребуется быстро сориентироваться и оказать первую доврачебную помощь, им помогут знания и навыки, полученные на уроках гражданской обороны. Сами знаете, в какое время, где мы живем, да, и какая у нас обстановка. Это в любой момент может что угодно случиться. Мы должны быть просто к этому готовы. У нас есть, мы хотим все-таки, даже вот по такой погоде, возможно, чуть попозже, проведем такую эвакуацию в наше укрытие. Также ученикам лицея показали потенциально опасные взрывчатые предметы и рассказали, как следует поступать в случае их обнаружения.